На наши экраны возвращается одна из поистине народных программ «Вкусные путешествия». Многие думают, что это проект о еде, но это далеко не так. Главные герои – это обычные люди, у которых есть свои любимые и традиционные рецепты. Ими они и делятся с телезрителями. Ведущей Ольге Прохоровой вместе со съемочной группой довелось побывать в разных городах и селах республики. И везде их принимали очень тепло и радушно. Здравствуйте, здравствуйте. Можно мы рады вас встретить. И мы вам рады. Здравствуйте. Калино радому мечи младо, калино радому мечи младо, драгоми беши у вас да дойда, драгоми беши у вас да дойда. После такого приема все отправляются на кухню, где хозяева дома раскрывают свои секреты приготовления традиционных народных блюд. Каждая программа не похожа на предыдущую. В новых выпусках телезрители ждет немало интересного. С первого дня весны, вот с 1 марта, включились в работу, в бой, как говорится. И естественно, что откроемся программой о самом ярком, интересном событии весны. Это в этом году Масленица попадает на это время. И мы расскажем нашим телезрителям о Масленице, о истории, традициях, ну и, конечно же, о блинах. О блинах, о начинках, о том, как готовить и как их вкусненько поедать. Все мы любим поесть. Правда, мало кто из нас любит готовить. Но после просмотра нового выпуска «Вкусных путешествий» ноги сами понесут вас на кухню. Кулинарное дело только кажется сложным. Тут, как говорится, главное начать, а дальше ваше воображение, фантазия и аппетит приведут вас к новым рецептам, которые порадуют и вас, и окружающих. В этом сезоне мы надеемся охватить нашим вниманием и вниманием всех наших телезрителей Каменский район, потому что там мы всего побывали в одном селе, в Хрустовой. А все остальные села ждут нас и жаждут, я надеюсь. И наши телезрители узнают о селах, которые есть в Каменском районе. Конечно же, о людях, которые там живут, работают, наслаждаются жизнью, я надеюсь, выживают в трудные моменты. Ну, бывает по-всякому. И, конечно же, делятся с нами и старинными рецептами, и народными рецептами. И мы общаемся, разговариваем, узнаем больше о людях, о республике, ну и о вкусной еде. Программа дает возможность познакомиться с традициями и обрядами, которые сохранились и передаются из поколения в поколение. Герои программы абсолютно разные, но каждый из них интересен по-своему. Время выхода «Вкусных путешествий» в эфир немного изменилось. Ближайший выпуск смотрите в эту субботу в 9:30, ну а далее следите за программой. Стать участником «Вкусных путешествий» может каждый из вас. Дорогие наши, пожалуйста, звоните нам, пишите. В каждой программе есть наш электронный адрес. Пишите, давайте ваши заявки, приглашайте нас в гости. Мы обязательно приедем.